Судьба участка рядом с 41-й школой, того, где 2 года назад, благодаря активности местных жителей, отменилось строительство ЗЭС, сейчас заботит не только родителей учеников, но и чиновников городской администрации. Напомним, жители микрорайона беспокоятся о том, что участок, который им некогда удалось отстоять, отдадут под застройку новому инвестору, тогда как им обещали посодействовать в организации на этом месте зоны отдыха. Господин Кузьмичев обещал нам 2 года назад здесь установить детскую площадку, или спортивную, или детскую, потому что в нашем микрорайоне погулять с детьми абсолютно негде. В городской мэрии жителей просят не беспокоиться. Автозаправочной станции там не будет однозначно. Территория, прилегающая к школе, она будет благоустраиваться. А в настоящее время определяется инвестор, который благоустроил эту территорию. И, соответственно, сейчас вопрос о благоустройстве и его характере, он остается в работе, в проработке. То есть, если даже участок отдадут под застройку инвестору, то только с условием создания здесь площадки для отдыха местных жителей. А будущая постройка, предполагается, что это будет не производственный объект складского назначения, разместиться ближе к общежитию и дальше от школы. Хотя пока инвестор окончательно не утвержден. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.